О, привет! Наконец дозвонился тебя. Слушай, ты же у нас новый охранник. Да, пока что у нас здание в ремонтном режиме находится. Слушай меня внимательно. У нас аниматроники ходят. Мы так делаем, чтобы у них детали не ржавели и не ломались. У тебя там же есть кнопка, да? Это она отвечает за металлическую дверь. У тебя и там генератор еще стоит. В общем, чтобы экономить генераторскую энергию, ты должен его заряжать. Вроде как для себя установили там программу. Мы просто отключаем электричество, просто хотим экономить деньги. Ладно, созвонимся в следующую ночь.